Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня живьем, собственной персоной, Лев Шлосберг, зампредседателя партии «Яблоко». Здравствуйте. Лиза и все, кто нас смотрит и слушает, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каково это быть фашистом? Да, Лиза, вы прямо решили начать, взяв быка за рога. Давайте поясним зрителям и слушателям, что такого сегодня случилось. Да, в общем-то, вы написали пост, в котором критически отзывались о людях, которые считают себя российскими политиками, но при этом радуются происходящему в Курске, сказав, что такое недопустимо для человека, который хочет какую-то карьеру дальше строить в России, политическую, ну и, в принципе, действовать в России. А вот Игорь Эйдман, социолог, сказал, что вы, фашист, раз не радуетесь тому, что российскую армию уничтожают. Было чуть сложнее, но суть вы отразили верно. Я написал, что российский политик, что бы ни происходило с народом, должен быть с народом. И желать своему народу смерти, гибели нельзя никогда. Это не вопрос карьеры. Я не говорил о карьере. Это вопрос работы российского политика в России. Игорь сегодня написал ответ, который заключается в том, что те, кто поддерживает Россию, все фашисты. Историческую задачу он видит в том, чтобы проиграла Россия. Россия как государство, Россия как общество, Россия как народ. И без этого поражения он не видит ничего, не видит никакой свободы, никакой демократии. Эта точка зрения, наверное, где-то распространена. Собственно говоря, именно этих людей я и назвал партией чужой крови. И, как мне представляется, назвал правильно. Никто из этих людей не на фронте. Никто из этих людей не на войне, никто не рискует своей жизнью, но они готовы рисковать жизнями чужих людей для достижения неких политических целей. Это прискорбно. А то, что происходит в Курске, это трагедия, это настоящая трагедия. А точно такая же трагедия происходит в Украине. Я российский политик, но я очень хорошо понимаю, что происходит не только в нашей стране, но и за пределами нашей страны. Меня не могут радовать ничьи смерти. Ничьи. Я написал это уже не в первый раз. Ни военных, ни мирных, ни тех людей, с кем я согласен, ни тех людей, с кем я не согласен. Правых и неправых. Смерть – это абсолютная трагедия. Мы живем внутри катастрофы. Наша задача – остановить катастрофу. Если мы объявляем врагом нуждающимся, которого нужно просто уничтожить, целую страну, целый народ, это преступление. Это просто преступление. Я как вижу, люди, существенно оторвавшиеся от чувства своей страны. Ты можешь быть не согласен с народом. Ты можешь быть не согласен с большинством народа. Ты можешь говорить народу в лицо неприятные и даже жестокие вещи. Но ты никогда не должен желать народу смерти. Это черта. Тот, кто ее переходит, он становится... В моем понимании он становится чужим. Фактически такой человек говорит, это не моя страна, это не мой народ, это не моя судьба, я отдельно. Нет проблем, будьте отдельно, но тогда живите свою жизнь и не указывайте нам, как нам жить. У вас есть представление, почему люди приходят к такой позиции? У меня есть предположение. Кто-то от бессилия. Кто-то от отчаяния, кто-то заболел ненавистью. Вот просто ненависть вообще это чума. Она распространяется в том числе воздушно-капельным путем. Любым путем, сетевым путем распространяется. Ненависть очень мощное чувство, это воронка, она закручивает. Мы ежедневно видим перед собой страшные вещи. Мы видим гибель людей, в том числе гибель детей. Мы видим преступления, в том числе военные преступления. И часто, когда видишь трагедию, видишь окровавленного ребенка, сжимаются кулаки, потому что этого не должно было быть никогда. Но это происходит. Из этого есть два выхода. Первый выход в ненависть. В ненависть, которая будет умножать сама себя, производить сама себя, самовоспроизводиться. Второй выход в попытку остановить катастрофу. Первый выход бывает очень ярким, очень популярным. Рождает много громких возгласов поддержки. Да, да, ату, ату, их всех, просто их всех, историческая вина.
генетическая вина. Вот это вся, по сути дела, нацистская риторика. Люди даже не замечают, называя себя антифашистами, они на самом деле воспроизводят нацистскую риторику. Уничтожение страны, уничтожение народа, историческое поражение навсегда – это нацистская риторика. Это страшно. Поэтому кому-то нравится этот ветер, ветер безумия. У безумия тоже есть свои адепты, свои сторонники. И это часто бывает по ветру, потому что эмоция, она несет человека очень далеко и долго. Этому трудно противостоять, но нужно. Наверное, не все готовы, и я не брошу камень осуждения ни в кого из тех, кто не готов открыто высказываться против таких, по сути, человеконенавистнических оценок. Вот, но я готов. Я считаю, что в этом заключается сейчас работа политика в России. Выступать против человеконенавистничества, выступать против убийств людей, выступать против войны, выступать против трагедии. Это наша работа. Учитывая, что ненависть – это, во-первых, сильное чувство, во-вторых, довольно заразительное чувство, мне кажется, ненависть распространяется гораздо быстрее, чем любая другая эмоция, нет ли у вас опасений, что в случае каких-то перемен, в случае какой-то нестабильности системы к власти придут те противники власти, которые… к власти придут противники нынешней власти, которые именно преисполнены ненависти, которые готовы с этой ненавистью вести людей за собой? Есть такой риск. Есть, потому что это маятник… История, маятник общества, маятник эмоций. Он может из одной ненависти переходить в точку другой ненависти. Чтобы этого не произошло, есть мы. Мы должны говорить сейчас с народом, с обществом, как бы ни было трудно, в том числе говорить с той частью общества, которая с нами сейчас не согласна. Те, кто поддерживает боевые действия, те, кто сам возненавидел Украину и украинцев. Нам нужно говорить с этими людьми о том, что жизнь – это выход, а смерть – это тупик. Нам нужно говорить с людьми, что мы хотим сохранить жизнь и сохранить страну не только сегодня для ныне живущих, но для будущего. Потому что катастрофа, в которой мы живем, лишила будущего всех. Согласных, несогласных, левых, правых, синих, зеленых, всех. Всех, а будущее нужно всем. О детях думают все. О судьбе детей думают всегда, потому что это главная мысль взрослого человека. Трудны эти разговоры сейчас. Все наэлектризовано. Настолько наэлектризовано, что иногда такое впечатление возникает, что сам разговор на эти больные темы может стать искрой для того, чтобы все воспламенилось. Но такие разговоры, они похожи на операции без наркоза. Когда ты говоришь с человеком, а он кричит. Он не согласен, он протестует, он кричит. Но когда человек кричит, это значит, что ему больно, и это значит, что он живой. И надо учиться говорить и с такими людьми тоже. Вы сказали про то, что все задумываются о будущем, все задумываются о детях. Разве те, кто развязали эту войну, думали о будущем? Они видели его иначе. Они решили подкорректировать историю. Они решили, что вот эти люди имеют право на будущее, а вот эти не имеют права на будущее. Они решили, что у них есть возможность почувствовать себя богами. И ошиблись. Ошиблись очень сильно. Возвращаюсь к тому, что нужно разговаривать с теми, кто говорит языком ненависти. Но ненависть ведь звучит громче и гораздо убедительнее, чем вот такие разговоры о мире и добре. Тех, кто занимает такую позицию, как вы, тех, кто выступает публично с такой позицией, часто обвиняют в том, что это разговоры ни о чем, что это какие-то детские сказки, что не бывает в мире так, чтобы все расы пришли к миру, к дружбе. Это полное отсутствие реализма, это полное отсутствие плана действий. Это белое пальто. Я считаю белое пальто нормальной одеждой. Забота о белом пальто – это нормально. Совершенно не обязательно человеку стремиться ходить в грязной одежде. Вот я люблю чистую одежду с детства. Не хочу отказываться от своих привычек. Что касается обвинений. Да, мир устроен так, как он устроен. В политике много жестокости, цинизма и бесчеловечности. И что, это означает то, что мы должны к ней присоединиться? Нет. Но разве можно бороться с цветами, с автоматами? А мы не цветами. А чем? Словом. Словом. Но слова сейчас звучат тихо. Вначале было слово. Нет, давайте откроем книгу книг. Вначале не одним словом, а двумя словами. В начале. В начале начал.
было слово, а у нас больше ничего нет. Мы безоружные люди. Мы не пойдем стрелять из автоматов несогласных. Мы не будем арестовывать людей за их политическое мнение. Мы не будем их сажать в тюрьмы. Мы не будем множить число политзаключенных. Мы их освободим всех, из тех, с кем мы согласны, и тех, с кем мы не согласны. В цивилизованной, свободной, демократической стране не должно быть политических заключенных. А в России есть. И в Украине сегодня есть политические заключенные. Только об этом люди с оружием с той стороны стараются не говорить. А это так. Это зеркальная ситуация. И это огромная проблема для каждой страны. Страна, у которой есть политзаключенные, рискует своим будущим. Поэтому да, у нас есть только слово. Вот сейчас живые гвозди, живьем в эфире. Это наше слово, это возможность говорить с людьми. С той аудиторией, которая сейчас нас видит и слышит. А вам не кажется, что только в сказках побеждает добро, а опыт российской истории учит, что люди вот с такими взглядами, идеями и целями проигрывают? Такие люди движут историей. Только цена, история как-то цена, не туда движется. Цена, нет, история на самом деле движется скачками, и происходят события, которые меняют ход истории. Одним из таких событий, последних событий, была Вторая мировая война, которая сдвинула устройство человечества в другую сторону. Одним из важнейших итогов Второй мировой войны стало принятие, напомню, Организации Объединенных Наций в 1948 году Всеобщей декларации прав человека. Это был фундаментальный документ, который обозначил, что права человека экстерриториальны, находятся выше национального права и являются всеобщими. Отсюда появилось слово «всеобщий». До Второй мировой войны такой декларации не было. Таких стандартов организации государств и таких стандартов жизни общества не было. Самое большое число политиков-идеалистов, если так говорить, появились после Второй мировой войны. В том числе в Германии, которая была источником войны, источником трагедии. И Вилли Брандт, и Конрад Аденауэр — это были политики, которые вышли из военного времени. Притом один был в эмиграции, Вилли Брандт, а Конрад Аденауэр прожил всю фашистскую эпоху у себя в стране и тоже дожил до другого времени. Посмотрите, что они делали. Приезд в Польшу и встать на колени в варшавском гетто – это же поступок, который предопределил отношения между странами Европы, отношение к Холокосту, отношение к убийствам людей во время Второй мировой войны, предопределил на десятилетия вперед. Это стал стандартом политики. Идеалисты – это люди с идеями. Вот сторонники войны не являются идейными политиками, потому что смерть – это не идея. Война – это не идея. Мир – это идея, жизнь – это идея. То, у чего есть будущее – это идея. Но разве идеалисты привели к поражению фашизма? Да. Они верили в невозможное. Не грубая сила? Нет, они верили в невозможное. Идея победы над фашизмом заключалась в том, что это была победа жизни над смертью. Вот в чем заключалась идея. Можно как угодно называть, оценивать тех политиков, которые привели к победе, но у них у всех была идея. Антигитлеровская коалиция сложилась на базе идеи непринятия фашизма и непринятия нацизма. Это был цемент антигитлеровской коалиции. Мы часто не понимаем смысл слова «идея» и слова «идеалист». Вот тут написано «дилетант». А чем занимается дилетант? Просвещением людей. Чем занимается идеалист? Он объясняет обществу, вокруг каких идей должна строиться жизнь. Никакой негативной оценки для меня, никакого негативного восприятия к слову «идеалист» нет. Я хорошо к нему отношусь. Но идеалисты бывают разные. Во главе Советского Союза, во главе гитлеровской Германии тоже стояли идеалисты. Стояли люди определенной идеологии. Это разные вещи? Это разные вещи. Потому что человеконенавистническая идеология не является идеализмом. Она как раз сверхпрагматична и разрушительна. Это идея уничтожения других. То есть чужих, идеализм — это исключительно про созидание? Да. Именно так.
Мы с вами перед началом эфира говорили о том, вы сказали, что у системы, несмотря на весь ее очень большой запас прочности, есть уязвимость к каким-то неожиданным событиям, которые не входили в ее планы. И, казалось бы, сейчас происходит довольно много событий, которые не входили в планы российской власти. Но, во всяком случае, не похоже, что они были в этих планах. Какого масштаба должны быть планы, чтобы действительно вывести систему из равновесия? Какого масштаба должны быть события, чтобы вывести систему из равновесия? Любого. Любого. В сопротивлении материалов описываются случаи, когда удар по металлической конструкции, нанесенный строго в определенную точку, может разрушить эту конструкцию, потому что это и есть точка ее уязвимости. Очень часто невозможно предположить, какое это место и какая это точка. Я не сторонник внезапных событий, которые непредсказуемо разрушают все. Я не люблю силевые потоки. Они, как правило, приводят к страшным жертвам. Но система, которая построена в России, Владимира Путина, эта система чем-то похожа на пирамиду Хеопса. Это система строгой иерархии, где у каждого кирпичика есть свое место. Эта система построена трудом и физическим, и интеллектуальным, и моральным десятков миллионов людей. Она рассчитана на тишину, спокойствие и созерцание. Вот сидит император и смотрит на пирамиду Хеопса. Красиво же, красиво. Вот это созерцание, опирающееся на нефтедоллары, на другие полезные ископаемые, на доходы бюджета от внешней торговли, она рассчитана на то, что ничто не мешает этому царствованию. Ничто не мешает этому созерцанию. И система рассчитана на то, что всем все нравится. Это система, при которой все должны быть довольны. А когда в такой системе появляются недовольные, то они оказываются либо в тюрьмах, либо в могилах, либо в эмиграции. Да. Либо, как мы с вами в эфире «Живого гвоздя». И система реагирует болезненно, крайне болезненно на таких людей. Потому что эти люди говорят, вы не так построили пирамиду Хеопса. Даже вы зря построили пирамиду Хеопса. Это неправильное устройство государства. Вы все перепутали. Вы поставили наверх власть, а вниз поставили народ. Хотя в Конституции, которая пока еще не съедена, ее последние листочки, написано, что народ – источник власти. Вы не то государство построили, говорим мы этим людям. Как не то? Мы сколько в него вложили? Сколько триллионов? Мы его поливаем, 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 холим, холим, лелеем, лелеем. Чем вы недовольны? Да мы недовольны тем, что вы кровью поливаете это государство. Вот чем мы недовольны. Мы главным недовольны. Что вы человека мучаете. Вот чем мы недовольны. И любой источник несогласия для такой системы является источником нестабильности. Мы не приносим этой системе больших неудобств. Не нужно переоценивать свои возможности. Мы просто говорим, что мы не согласны, что мы иначе видим нашу страну. И мы говорим с той частью общества, в первую очередь, которая тоже не согласна, но по разным причинам может только слушать. И хорошо, что слушает. Это важно. Система реагирует по-разному. Очень по-разному. Вы перечислили все варианты возможных действий системы. Но если говорить о внезапных событиях, которые могут произойти, то может случиться сочетание неожиданного события, неспособности понять смысл этого события, неспособности принять правильное решение, когда его нужно принимать очень быстро и нельзя ошибаться, и отсутствие людей, которые правильное решение могут привести в жизнь. И если все эти факторы сходятся в резонанс, то система может качнуться совершенно неожиданно, просто неожиданно, непредсказуемо. Как будет в этой ситуации вести себя общество? Как будет вести себя власть? Останется ли она монолитной или начнет изнутри себя колебаться, разрушаться, сомневаться, заниматься самосохранением, мы не знаем. Я думаю, что сценарий изменений в России не предскажет никто. Вот никто. Все будут говорить о неком событии, о неком изменении. Это все будет глобально точно, а с точки зрения фактов это будет безадресно. Случится нечто, к которому система не будет готова настолько, что не сможет переварить это событие. Другой вопрос, будет ли к этому событию готово, во-первых, общество, чтобы отринуть его. Это совершенно точно может быть событие, которое вызовет общество возмущение.
И самое главное, будут ли в этот момент у несогласного общества, наверное, к тому времени уже достаточно многочисленного, представителей в политике, чтобы не потерять шанс, не потерять как окно возможностей. Как они могут там оказаться? Не там, а здесь. Здесь живой гвоздь. Нет, здесь Россия. Здесь Россия, здесь мы. Нет. Можем выжить, можем не выжить. Лиза, все же очень просто. Можем выжить, можем не выжить. Можем остаться на свободе, можем не остаться на свободе. Может хватить мозгов, может не хватить мозгов. Мы не знаем. Мы живем в ситуации высочайшей неопределенности. Но мы должны быть внутренне готовы к этому, скорее всего, небольшому окну возможностей. Должны быть морально готовы, должны быть интеллектуально готовы. И по возможности должны быть организационно готовы, то есть не быть в подполье в этот момент. Как это возможно? Жить? У нас не в подполье, вот осталось, кажется, яблоко. Да. Все. Значит, яблоко имеет шанс дожить до этого времени. Собрать людей, составить альтернативу, прийти к власти, организовать нормальную жизнь в стране. Как у нас получится, зависит от того, насколько сильным будет поддержка общества. Это решающий вопрос. Я правильно понимаю, что мы все дружно здесь надеемся на чудо? Как на единственный вариант изменения? Мы надеемся на себя. Нет, вы сами говорите, что должно быть стечение обстоятельств, это без которого... Это а что это? Это случай. История какая иногда... разница? А, огромная, огромная. История иногда подбрасывает шансы. Эти шансы, как правило, длятся очень немного. Вот словосочетание «окно возможностей» очень точное. Вы движетесь с огромной скоростью вдоль стены, и в этой стене внезапно появляется просвет. Это просвет для вас. А, еще будут. Так круто мы едем, так быстро. Не будем останавливаться, не будем заворачивать. Еще будут окошки. А потом раз, и 30 лет стена. А, так это было единственное окно в 1991 году. А других, оказывается, не будет 30 лет. А что ж вы нам не сказали? А кто бы мог подумать? А вот так бывает. История «Жестокая дама». Итак, подытоживая, нам нужно окошко возможностей, то есть тот самый случай. Нам нужно, чтобы нашлись люди, которые смогут в это окошко возможностей зайти. И нам нужно общество, которое сможет эти изменения принять и поддержать. Так точно. Это не чудо, по-вашему? Это награда. Это награда тем, кто выстроит свободу. Свобода – это награда за труд. Просто пирамиды-то долго стоят, тысячелетия. Тут до окошка, может, еще никто из нас не доживет. Все может быть. Только нужно быть готовым к тому, что оно появится. Вот не были 35 лет назад готовы к тому, что окошко появится, и пропустили окошко. Понаделали ошибок, глупостей. В какой момент мы пропустили окошко? Ух, как мы сейчас вернемся. А давайте. Я могу сказать. 87-й, 88-й годы. 1900. Не 91-й, не 95-й. Это уже... 95-й, простите. 95-й уже такие у нас созрели вишенки, что от них впору было уворачиваться. Это конец 80-х годов, когда был шанс, реально был шанс на реформирование огромной монопольной страны, которая могла стать, по сути дела, вторым Европейским Союзом. Этот шанс был. Его поддерживали большинство национальных элит. Потому что желание вот просто разбежаться во все стороны до того момента, пока в России не попытались захватить власть путчисты, не было почти ни у кого. Путч сломал всю систему. Когда вместо подписания Ново-Агаевских соглашений, с которыми согласились практически все государства, их парафировали, произошел слом власти, силовой захват, удаление Горбачева. И это привело к тому, что общая жизнь в каком-то смысле перестало быть приоритетом. Вообще события конца 80-х годов и начала 90-х годов до конца неосознаны. То, что тогда были в чистом виде, в подлинном виде роковые годы, когда каждый год предопределял десятилетия вперед. А вот, запахло свободой. Побежали. Погоди, куда бежишь? Объясни, куда бежишь? Да неважно, я бегу. Только это вот тот самый окошко. Ты не понимаешь, что не успеваешь посмотреть, что в этом окошке. Ты не возможности знать, что посмотреть, будет. Что в этом окошке, было достаточно в течение примерно 3-4 лет. Понимание, какое открывается окно, появилось где-то к 87-му году, еще до первых свободных выборов в Верховный Совет в 1988 году. Общество стало сдвигаться в сторону более свободной экономики, появляется закон о кооперации, появляются те
решения властей, которые сначала освобождают слово, и потом начинают освобождать производственные силы. И появилось противоречие между правящей элитой, которая не хотела меняться и не понимала, что предстоит стране, и обществом, которое говорило, ну вот же мы готовы к переменам, давайте, давайте. И пропустили. Но здесь возникает следующий вопрос. Как общество, которое на протяжении 70 лет не имело никакой возможности думать о переменах и представлять эти перемены, мне кажется, это было вытравлено просто на корню, могло эти возможности не упустить? Ну как же вытравлено, когда общество самым живым образом восприняло перестройку? Большинство общества поддерживало... Но оно не сумело воспользоваться этими возможностями. Потому что политики оказались не на уровне вызова времени. Потому что эгоизм оказался выше, чем понимание общенациональных интересов. Вот такое случилось. Внутри людей, принимавших решения, не оказалось понимания исторического момента. Они не осознали, какие чаши весов сейчас, точнее, на каких чашах весов они сейчас находятся сами. Ну вот так произошло. Не были готовы, не увидели шансов, стали бороться за власть между республиками и союзным центром, в основном между Российской Федерацией, тогда еще РСФСР, и СССР, между Ельциным и Горбачевым. Много было вещей, которые отодвигали страну от главных действий. Вот отодвигали, и все. Не было задачи избавиться от общего государства. Была задача реформировать общее государство. Когда вместо задачи реформы общего государства появилась задача разрушения и выделения из этого государства, это уже другая политика. Это очень сильно ударило по всем без исключения странам, буквально без исключения. Но это все история, которая... Это альтернативная история. Она могла состояться, но не состоялась. Это все надо изучать, разбирать, читать книги, составлять хрестоматии, публиковать документы. Это очень важное знание. Мне кажется, по Советскому Союзу и России переходного периода нужно издавать просто настоящий честный многотомник, исторический многотомник с большими приложениями, чтобы понять, как это все случилось. Но следующее окно возможности будет другим. И выбор будет, я думаю, что более драматичным. Просто более драматичным. Что вы имеете в виду? Это будет выбор между демократией и диктатурой. Вот самая настоящая фашистская диктатура. Вот такая будет развилка. Кто выбирать будет? Всем придется выбирать. Элите придется выбирать. Военным придется выбирать. Полиции придется выбирать. Обществу придется выбирать. Всем придется выбирать. Общество кто-то спрашивает? Общество в решающие моменты начинает говорить само. Так устроена жизнь. В какой-то момент значительная часть общества расстанется со страхом настолько, что система будет вынуждена это принять. Если не примет, будет фашистская диктатура. Если примет, то будут демократические реформы. А почему в предыдущие решающие моменты общество не принимало никакую сторону и оставалось в стороне? Давайте когда обсуждать какие-то конкретные моменты. Когда был развал НТВ, когда стало понятно, что идет борьба со свободой слова, когда была Болотная, когда было переписывание Конституции, когда были очередные перевыборы Владимира Путина, когда не допускали депутатов Мосгордумы, когда началась война, чтобы еще перечислить. Достаточно. Смотрите, в истории страны бывают развилки, настоящие развилки, которые предопределяют ход дальнейших событий. Вот конец 80-х и начало 90-х, до Чеченской войны, вот эти несколько лет были периодом формирования скелета нового российского государства. Было много вариантов действий. Во-первых, можно было вспомнить и нужно было вспомнить, на чем оборвалась традиция легитимных выбранных органов власти в России. В 1918 году с разгоном учредительного собрания, у которого была только одна цель – сформировать российскую государственность, принять решение, каким должно быть российское государство. В начале 90-х годов было первое после 18-го года окно возможности, чтобы вернуться к этой глобальной задаче. Но голод не тетка, ошибок было много, людей было нечем кормить, понимания не было, опыта не было, люди с историческим пониманием почти отсутствовали в политике. Много чего было. И так шаг за шагом,
Сначала политики допускают ошибки, потом они начинают упорствовать в этих ошибках, потом они начинают обманывать общество, пытаясь представить свои ошибки не просто заслугами, а подвигами, прямо подвигами. А потом, когда заканчивается алкоголь 20%, переходят на алкоголь 40%. Потом переходят на чистый спирт, я имею в виду пропаганду. Вот так это все усиливается. Поэтому каждое следующее действие создает основу для последующих беззаконий и злодеяний. Это и есть развилки. Это и есть развилки. Чем дальше это заходит, тем сложнее повернуть колесо истории вспять. Эпоха начинается в момент своего начала. Когда это начало проиграно, в дальнейшем переиграть эпоху очень трудно. У истории нет никакой внутренней мотивации к тому, чтобы быть гуманной. История на самом деле неодушевлена. Вот как люди поступают, это и есть история. Ведь история – это всегда прошедшая. Хоть секунду назад, но прошедшая. Вы так поступили, вот вам ваша история. Вы решили убивать людей, вот вам ваша история. Вы решили проливать кровь, вот ваша история. Вы решили возгонять ненависть и человеконенавистничество, вот вам ваша история. Вы решили получить свою историю. А история начинает работать на себя, самовоспроизводиться. Ведь российским властям и в конце 20 века, и уже в начале 21 века нужно было определиться, что есть предтечи для того государства, которое они строят. Это, упрощенно скажу, это люди мира или люди войны? Это художники, инженеры, предприниматели, крестьяне, композиторы, писатели, поэты. Это ведь Россия, это настоящая Россия. Такой же выбор стоял перед Германией в свое время. Страна величайшей культуры, величайшей науки тоже делала выбор, кого положить в основу своей новой государственности. В итоге построили Третий Рейх, который принес миру страшные бедствия. России нужно определиться, что есть истоки. Потому что так у тебя всегда есть уже возможность выбрать. У тебя всегда есть возможность выбрать между добром и злом. Так ведь уже выбрали. После начала войны большая не часть навсегда людей согласилась. Во-первых, у истории есть один огромный плюс. Не существует пожизненных исторических выборов. Не существует. Они для какого-то конкретного человека. Они могут растянуться на такое количество десятилетий. Да, для конкретных людей. Выбор нации, выбор власти, выбор общества может быть пожизненным с точки зрения жизни конкретного человека. Но с точки зрения жизни страны нет проклятых стран. Нет стран, которые прокляты навсегда. Если возвращаться к господину Эдману и его попытке понять, чем фашизм отличается от антифашизма, вот человек, который призывает к гибели других людей, не может быть антифашистом. Не может быть, и все. Нельзя себя называть антифашистами тем людям, кто сейчас призывает к продолжению кровопролития. Нельзя. Потому что антифашизм предполагает сохранение человеческой жизни. В этом суть. Изначальная суть антифашистского движения. Фашизм всегда выступал за убийство. Всегда. А антифашизм против убийств. Поэтому попытка перелицевать черное и белое, добро и зло, я надеюсь, никаким успехом не увенчается. Потому что мир устроен в основе своей правильно. Но находятся люди, которые желают поменять цвета местами. Притом постоянно находятся. Когда Советский Союз и союзники боролись с Германией, они ведь не говорили о том, что нужно немедленно вступить в мирные переговоры. Они шли к уничтожению действующего режима, людей, которые этот режим поддерживают, и полной капитуляции Германии. И именно это силовое воздействие привело к тому, что Германия из нации войны превратилась со временем в нацию мира. Не это действие привело к превращению Германии из нации войны в нацию мира. А программа денацификации и гуманизации Но Германии... Она была бы невозможна, если бы не разгромили целиком и полностью этот режим. Режим Гитлера в нацистской Германии был режимом, который представлял собой угрозу всему миру, и военную, и гуманитарную, и цивилизационную. Антигитлеровская коалиция сложилась из стран, желавших выживания. Ни одна из этих стран даже тогда, во Второй мировой войне, не ставила перед собой задачу уничтожения немецкого народа. По большому счету, война шла не против Германии.
война шла против нацистского режима. Даже в период наивысшего ожесточения это понимали и руководители стран антигитлеровской коалиции, и это понимали, может быть, не все, но, тем не менее, миллионы солдат, которые рисковали быть убитыми каждый день огнем немецких войск. Но колоссальная ошибка заключается в том, чтобы пытаться сегодня, в 21 веке, в 2024 году, брать лекала середины 20 века, накладывать их на сегодняшние события и говорить о том, что вот мы будем действовать по той же логике, и мы победим. Вот эти вот антифашисты в кавычках, люди, желающие гибели России как государства, как общества, как нации, они сейчас и берут матрицу середины 20 века, накладывают ее на сегодняшний день и говорят, вот эти должны быть уничтожены, а перед уничтожением, желательно, должны потерпеть историческое поражение. Сегодня это и есть неонацизм. Объясните, почему не работает перекладывание этой матрицы середины 20 века на современность? Мир изменился полностью. В чем именно? Во Мы всем. Все так же воюем. Мир не стал сильно лучше. Мы воюем на осколках Советского Союза, с которым не смогли ничего сделать по-человечески. Это войны, которые происходят из несогласованных границ, разводов и из недонаписанных договоров и недопонятых. Эти войны происходят из непонимания, как после 91 года должен быть устроен мир, мир в целом. Вот ушла огромная сила. Советский Союз и Советский Блок. Как должен быть устроен мир, когда вот эта гиря просто снята с чаши весов? Те, кто был на этой чаше, это побежденные враги или это люди, перед которыми открылся шанс свободы? Если люди, перед которыми открылся шанс свободы, и страна, перед которой открылся шанс свободы, то вы должны с этой страной жить вместе, дальше, в свободном мире, и строить общие политические и военные системы. Если это люди, которых вы победили, и они проиграли, то тогда вы будете их стремиться поставить в положение проигравших. Или... Это колоссальная ошибка. Или проводить такую же работу, как проводили с Германией. Погодите, в 91 году Советский Союз и бывшие республики СССР не нуждались в той работе, которая проводилась с нацистской Германией после поражения гитлеризма. Задачи денацификации Советского Союза или Российской Советской Федеративной Социалистической Республики не было. Но внутри страны, нашей страны, и это была не задача внешнего мира, это была наша задача, стояла задача десталинизации, дебольшевизации, деленинизации, сколько можно держать на площадях сотен городов памятники одному из самых страшных тиранов 20 века. Все еще стоят. Я задаю риторический вопрос. Стоят потому, что в решающий момент, когда нужно было осознать, какая новая страна, решили, что эти пусть постоят. Пусть постоят, вроде как есть не просят, поливать не надо. Ну, истуканы и истуканы. А это символы. Это символы. Я противник разрушения памятников как памятников. Но если мы видим, что государство держалось на насилии и лжи, а это была политика Ленина, насилие и ложь, пусть эти памятники стоят в специальных парках. Пусть они стоят там, где будут объяснять, кто такой Ленин. А когда он стоит на главной площади города, на главной площади столицы, когда имена остались на географической карте улиц, площадей, и это все никак обществу не объяснено, это означает то, что ГУЛАГ был правильный. Ну, просто правильный. Политические репрессии были правильные. ВЧК с параноиком Дзержинским были правильным, потому что если этому всему стоят памятники, значит, это устройство государства было правильным. Раз оно было правильным, то можем повторить. Вот и повторяют. Хорошо, но вот начали бы убирать памятники, начали бы переименовывать улицы, начали бы объяснять, что вся ваша жизнь была ложью, и Советский Союз Стоп. Был страшным злом. Секунду. Лиза, все в одном флаконе нельзя. Нельзя объяснять людям, что вся ваша жизнь была ложью. Это не так. А разве это не то же самое будет, если сказать, что вся советская идеология была одним большим блефом? Одну секунду. Советская идеология была основой советского государства и основывалась на советском мифе. Время для того, чтобы десоветизировать и дебольшевизовать страну,
было в конце 80-х и начале 90-х годов. Это время когда-то вернется в Россию. Когда, я не знаю. Я историк, но я не могу вам сказать, когда оно вернется. Но все недоделанные домашние задания, они возвращаются. Просто это недоделанное домашнее задание вернулось кровью, в том числе вернулось войнами, в том числе вернулось трагедиями, из которых страна никак не может выползти. Понимаете, 24-й год и 22-й год, они тоже корнями своими уходят в 88-й и в 91-й. Потому что тогда не смогли рассчитаться в политическом плане, рассчитаться с этими идеологиями, этими мифами, этими преступлениями. Тогда общество было готово меняться и понимать, осознавать то, что произошло. Такое окно возможностей было. Вот у властей был ветер в руках. Несмотря на голод и разруху, которые во многом они же сами по своей безграмотности и устроили. Но, тем не менее, ветер был в руках. Решили, ладно, как-нибудь потом, после обеда. Все, после обеда никогда не наступило. Когда будет следующий шанс, не знаю. Но подождите, если бы тогда вот окно возможностей в конце 80-х, начале 90-х начали объяснять про то, что Советский Союз был неправильный, к какому бы эффекту, на ваш взгляд, это привело? Построили бы свободную страну, избавились от большевизма. Или в людях это вызвало бы обратную реакцию? В разных людях вызвало бы разную реакцию, но с ними надо было говорить. О главном, о политике, о смысле страны не говорили годами. О власти говорили, о собственности говорили, о деньгах говорили. О смысле страны не говорили. И получили ответочку. Вот сейчас, это ответочка. За те умолчания, за ту трусость, по большому счету. За отсутствие исторической ответственности. За отсутствие понимания того, какова цена каждого дня в те годы. Вот так. Но здесь большая вероятность, что когда появится следующее окно возможностей, никто не сможет провести эту работу, так же, как не смогли ее провести в 80-е и 90-е. Нет. Думаю, что будет иначе. А кто может это сделать? Тот, кто выживет. Если мы выживем, это будем мы. Если мы не выживем, это будут другие люди. Другие люди, выросшие при Путине, впитавшие в себя всю эту историю. А что, при Ленине и Сталине люди не вырастали? Но все-таки... А перестройка выросла из чего? А оттепель при Хрущеве выросла из чего? А поэты и писатели, которые создали выдающуюся литературу и написали правду, политики не смогли сказать правду о том, что было со страной. А писатели сказали. Солженицын написал, Рыбаков написал, Шаламов написал, Ахматова написала свой реквием здесь. Я была тогда с моим народом, там, где мой народ, к несчастью, был. Литература выполнила свою работу. Культура выполнила свою работу. Политики не сделали свою работу. Вот что произошло с нашей страной. Я надеюсь, что следующее поколение политиков, кому выпадет шанс, я бы хотел быть в этом поколении, но я не знаю, предоставит ли история такую возможность. Никто не знает. Но у нас будет уникальный опыт. Вот у нашего поколения есть опыт конца 80-х, опыт 90-х, опыт нулевых, опыт разочарования, опыт предательства, опыт трусости, опыт корысти. Мы все это видели перед собой. Мы сейчас в себе это знание несем. Мы – это альтернатива. Мы в состоянии построить другое государство. Притом не с помощью гражданской войны. Ведь что сделали большевики? У нас с вами сегодня много исторических обсуждений. Я думаю, что, может быть, не все зрители даже этим довольны, но это важно. Как только они украли власть после переворота 17-го года, что они начали? Они начали гражданскую войну. Потому что ничем другим, кроме войны, они не могли удержать эту власть. Сначала они создали параллельную власть губернским и уездным земствам. Советы солдатских народных депутатов, это были незаконные, в чистом виде незаконные криминальные органы параллельной власти. С помощью этой параллельной власти они разрушили государство. Разогнали учредительное собрание, начали гражданскую войну и вели ее 5 лет до декабря 1922 года. И когда они закончили эту гражданскую войну, именно в этот момент они создали Советский Союз. На той страшной крови, которой они 5 лет поливали страну после переворота. И построили государство на крови лжи. Все логично, это и было их государство. Его нужно было развенчать перед обществом. Объяснить, что вот та несвобода, в которой вы жили, и в том числе то бесправие. У советского человека не было прав. Тех, которые фундаментально признаны в мире. Это все причина этого государства. И мы его отрицаем, мы как устройство его осуждаем, но мы не начинаем гражданскую войну. Мы не воюем со сторонниками
советской идеологии. Мы объясняем стране, что мы будем иначе строить само государство. Когда будет окно возможностей, оно будет. Тоже будет выбор между гражданским миром и гражданской войной. И будут рядом друг с другом люди, воевавшие и выступавшие против военной операции. Буквально будут в одной лодке. Либо они начнут стрелять друг в друга, и тогда понятно, кто победит. Либо они начнут разговаривать друг с другом. Вот наша задача сегодняшних российских политиков, чтобы страна избежала гражданской войны. Чтобы люди в момент, когда это все зашатается, оно зашатается. Такие системы не могут быть бесконечно устойчивыми. Чтобы в этот момент сторонники гражданской войны не оказались у власти. Не стали властью. Я не знаю, как это будет. Я не Ванга. Это будет как-то. Это может быть очень быстро. Вот такие системы, они строятся годами, иногда десятилетиями, а рушатся за считанные дни. И когда события происходят с такой скоростью, иногда людям кажется, что история сама сделает свою работу. Вот катится этот поток с горы, пусть несется. Когда пыль осядет, все, кто разобьются, разобьются, те, кто выживут, выживут, посмотрим, что останется. В этот момент политики не должны бездействовать. Из этого хаоса они должны строить государство. И времени для этого будет очень немного, потому что тоже, скорее всего, будут проблемы с деньгами, проблемы с доходами, проблемы со всем и проблемы с правопорядком. И когда встанет вопрос, война или мир, гражданская война или гражданский мир, это будет решающий вопрос. Возможно, он будет решаться в считанные дни. Вот либо будем там, где можно принимать решения, либо люди с очень разными корнями политическими. Я скажу прямо, те, кто нас сегодня душит и убивает, и приклеивает нам иностранных агентов, и вешает все эти желтые звезды Давида, потому что это одно и то же. Одно и то же. Либо они примут для себя решение, что они с нами говорят как с людьми и воспринимают нас как представителей другой политической силы. Тогда страна избежит гражданской войны. Если будут продолжаться репрессии и силовое давление, тогда придем к хунте. А вы уверены, что будет гражданская война или не будет, зависит именно от политиков, а не от людей? Потому что мы видим столкновение, с одной стороны, группы резко антивоенной, возможно, даже той, о которой мы говорили в самом начале эфира, которая считает, что будущее России в ее разрушении, и группы резко провоенной. Гражданскую войну начинают люди, у которых есть в руках оружие. Ну, благо, с этим у нас, мне кажется, проблем не будет в ближайшее время. Гражданскую войну начинают политики, которые руководят людьми, у которых есть в руках оружие. У этих политиков есть искушение остаться у власти с помощью гражданской войны. А у тех, кто хочет прийти к власти, не будет ли искушения сделать это с помощью оружия? Тогда конец. Тогда конец. Вот и все. У нас еще 8 минут остается, 7 минут остается, несмотря на то, что это конец. Давайте я прорекламирую книги, которые у нас есть, и потом посмотрим, что у нас останется по времени, и что еще мы успеем обсудить. Блиц у нас останется. Ну, как получится. Какие хорошие книжки. Так. Итак, бережно. Во-первых, книга, про которую мы сегодня уже утром рассказывали, книга Никита Хрущев «Вождь вне системы», написанная Ниной Хрущевой, которая сегодня будет в эфире. Я надеюсь, что прямо в этой студии уже множество книг, которые вы предзаказывали, подписаны. Они скоро отправятся к своим получателям, но все еще можно запрыгнуть в последний вагон и заказать эту книгу дешевле, чем она есть, со скидкой, потому что это как бы все еще предзаказ. Книга очень красивая, книга, я полагаю, очень интересно, я пока с ней, разумеется, не ознакомилась. Здесь огромное количество различных документов, фотографий, свидетельств. В общем, вы сами можете посмотреть и насладиться. Нина Хрущева про нее, я думаю, сегодня тоже подробно расскажет. Далее в программе. Книга «Иван Серов. Председатель КГБ» Никиты Петрова. Тот же самый формат. Тот же самый примерно вес и тоже очень хорошо напечатанная, довольно интересно сделанная, тоже с большим количеством различных исторических документов. Это не просто биография, это опыт исследования его жизни, деятельности, предпринятый, разумеется, на основании документов.
Ну и вот еще у нас есть интересные книжки, маленькие такие. По сравнению с этими вообще ни о чем. Посмотрите, две крошечные. Маленьких книжек не бывает. Маленькие, но хорошенькие. Это книги про разные города. Вот у меня здесь Каир, Лондон, кажется, там еще Киев оставался. Они с фотографиями, они именно про города. Мне кажется, это интересно. Я такие штуки очень люблю. Они старые, я не знаю, какого именно они года. Но у нас вы их можете приобрести. Я думаю, что их немного осталось. Так что поторопитесь, если вам это интересно. shop.diletant.media. Ну что же. Пять минут на все. Пять минут на все. На всю мировую историю. Ютуб закроют? Нет. Почему? Потому что свободу, технический прогресс и цивилизацию убить невозможно. Мешать будут, пакостить будут, совать палки в колеса будут. Но ничего сделать с самой машиной... Ведь свобода слова – это не сами свободные слова. Свобода слова – это технический прогресс. Я уверен, что мозги Ютуба и других свободных корпораций сделают свою работу и защитят YouTube. Нам будет трудно в течение длительного времени. Удар очень сильный. Вопрос не в том, что говорить, вопрос, где говорить. Нас пытаются лишить кислорода закрытием YouTube. Значит, будем бороться за кислород. Где мы будем за него бороться, если половина аудитории, допустим, отсеется из-за неработающего YouTube? Будут учиться пользоваться возможностями, которые предоставляет технический прогресс. И возвращаться на YouTube. А захотят ли? Мы видим, как отсеивается аудитория, которой лень заниматься вот этим преодолением. Те люди, которые хотят получать независимую информацию, найдут способ ее получить всегда. А найдут. Как быть с теми, кто не хочет этим заниматься целенаправленно? Это ведь основная часть населения. Это те люди, с которыми важнее всего говорить. Лиза, это люди, для которых еще не настала точка принятия решения. А с чего бы ей настать, если с ними не разговаривать? Жизнь их подтолкнет. Кто-то слушал программы на Ютубе о политике, а кто-то с детьми смотрел образовательные программы, кто-то слушал музыку, кто-то изучал историю. Ютуб – это инструмент. У него на самом деле нет никакой политической окраски. Это машина, куда можно внести миллионы единиц, миллиарды единиц информации. И перекрытие Ютуба будет и уже стало неприятностью не только для тех, кто занят политикой. Всему свое время. Всему свое время. А вы не чувствуете какой-то тоски от мысли о том, что происходящее в Украине, война, Курск не вызывают в народе такого ажиотажа, какое вызывает невозможность посмотреть вечером мультики по Ютубу? Лиза, не обобщайте за весь народ. Народ разный. Несомненно. И в разное время разный. Я не буду осуждать людей, которые пока что не пришли к пониманию важности политики и своего участия в политике. Если я смогу с ними разговаривать, там, где они меня слышат, я буду это делать. Когда им потребуется мое участие, мое представительство, моя помощь, они меня найдут. Политика так устроена, что это дорога с многосторонним движением. Это не стадо, которое мы должны гнать к всеобщему счастью. Вот 69 лет в нашей стране была власть, которая гнала людей как стадо к всеобщему счастью. А нельзя людей осчастливить против их воли. Пока сам человек не захочет счастья, оно не наступит. Это время. То, с чем мы часто не согласны, и это для нас больно, когда мы понимаем, что это потребует большого времени. Но это правда. В следующий раз, может быть, мы будем умнее. Или не мы. Так устроена жизнь. Многие мои друзья и знакомые не верят, что Россия в принципе когда-нибудь сможет быть счастливой. Как страна, как свободный какой-то народ. Россия была счастливой. Когда? Значительная часть страны получила возможность для раскрытия своих талантов во время Александровских реформ. Они были не безупречные, реформы Александра II, но это была возможность. В начале 20 века Россия первой ввела избирательное право для женщин. Раньше многих европейских стран. У нас была самая свободная литература и культура. Война все сломала. Которая? Решение Николая II о вступлении России в тогда еще так называемую империалистическую, потом она стала Первой мировой войной, было фатально и сломало российскую историю. Россия могла быть цивилизованной европейской конституционной демократией. Конституционной монархией, это по-разному называют. И это был шанс тогда, больше 100 лет назад. 110 лет назад, буквально 110 лет назад, им не воспользовались.
И к тому окну возможностей вернуться уже невозможно. Невозможно. Оно прошло. В России было много людей, и сегодня есть много людей, которые способны менять мир. Какими бы ни были 90-е годы, они раскрыли таланты огромного числа людей. Свобода раскрывает людей. Борьба за свободу – это самое главное, что нужно сейчас делать. Я скажу точнее. Борьба за мир и свободу. Вот за мир и свободу вокруг этого лозунга сейчас будут объединяться люди, кому нужно будущее. А наша работа – чтобы эти люди нас слышали. Лев Шлосберг, заместитель председателя партии «Яблоко», был у нас на YouTube-канале «Живой гвоздь». Не уходите далеко, в 16.05 мы с Александром Минкиным будем говорить про убийц Гамлета в программе «Настоящий полковник». В 18.05 на канале «Дилетанты» будет программа «Дилетанты», посвященная феномену Иуды. И в 20.05 программа «2024» Нина Хрущева и Виталий Дымарский. Спасибо всем огромное и всего доброго. Спасибо, Лиза. Спасибо всем, кто слушал нас в течение этого часа. До свидания.